Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 3100, телефон 2003 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура, но клавиатура в идеальном состоянии. Снизу у нас разъем под зарядку, для кабеля под наушники микрофон. Здесь у нас музыкальный динамик, сверху кнопочка включения, тут у нас разъем для шнурка, здесь у нас ничего, сзади у нас логотип. Тип Nokia. Задняя крышка снимается вот так, как 6100. Нажали на эту кнопочку и выдвигаем вниз. Да, вот у него вот розовая эта кнопочка, я не знаю, или фломастером его рисовали, или его лаком закрасили, или помадой. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Сейчас я видео поставлю на паузу, потому что сим-карту вставлять неудобно. Ну все, сим-карту я вставил. Вставляем аккумулятор и закрываем все хорошенько задней крышечкой. Так, все. И включаем наш аппарат. Вот телефон включился. Вот мелодия заиграла. Так, заходим в меню телефона. Первое у нас сообщение. Текстовые сообщения, ММС-сообщения, голосовые сообщения, информационные сообщения, настройки сообщений, сервис команды. Выходим. Звонки, непринятые звонки, принятые звонки, набранные номера, стереть последние звонки, длительность звонка, показ стоимости разговора, счетчик данных GPS передачи, таймер GPS связи. Выходим. Телефонная книжка. Найти, дать новое, удалить, скопировать, настройки, быстрые наборы, свои номера. Абонент группы. Выходим. Режимы. Обычный, без звука, деликатно, громко, свой режим 1, свой режим 2. Выходим. Настройки. Меню быстрого доступа. Экранная заставка. Установка времени и даты. Настройка режима звонков. Установки телефона. Настройка дисплея. Настройка сигнала. Установки защиты. Вернуть заводские установки. Выходим. Будильник. Время сигнала. Звуковой сигнал. Выходим. Галерея. Смотреть папки. Добавить папку. Удалить папку. Переименовать. Загрузка галереи. Выходим. Календарь. Сначала установить время и дату. Время у нас сейчас 10:33. Ок. Дата сегодняшняя 25 число, 10 месяц, 2020 год. Ок. Так, вот сейчас у нас октябрь. Игры. Выбрать игру, загрузка игр, память, настройки. Выходим. Приложение. Взять приложение, загрузка приложений, память. Выходим. Экстра. Калькулятор, таймер обратного отсчета, секундомер. Выходим. Мини-браузер. Начало. Закладки, ссылки, загрузки. Сервис, прием. Настройки на адрес очистить кэш. Выходим. Меню активное. Список пуст. Кэш-послуги. Голосовые сервисы. Медиа, общение, развлечения, викторина, игры, сим-инфо. Выходим. Ну и все. Вот такой был обзор на телефон Nokia 3100. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.